за чулок? Там за чулок нельзя, там эти... Шаговые. Не. Труп. А, блядь! Подождите, подождите. Валера, не дергай. Слышишь, Паша, а может машина не нет, а просто пускаем машину Валеру и снимаем. Ну, это можно машинами даже не... Падает, у него движуха целая. Блять, уже третий раз достали грязи, ну блин, сколько можно? Что, память достали? Да, позвоните, узнать. Давай еще чуть-чуть тронуться. Хорош. А что случилось? Да не, мы... Сидёк там, блядь. А, Стой! Отпусти руку. Дальше смотреть, куда рубиться. Мне надо мост двинуть чуть туда, чтобы я выскочил на бревно. Тогда я перееду. А так получается, что я сел, цепляюсь. Как ты туда сейчас подъедешь? Маленький шаков взяли. Над деревом стою. Там пенёк мне. Пенёк спилим, там дают. Паш, пенёк давай спилим, это проще. У меня новая цель. Давай. Только её надо одеть. Давай. Только я не знаю как. Чуть-чуть. О, у меня сантрак есть, слышишь, не поможет? А он еще баб с крыши там ни день не потерялся. На крыше. Да, вроде лежит. Ты его сломаешь. Я тебе скажу, что можно прибыть. Папа, нас снимай. Вот этот мега-маньяк. Где он, блин? Где с его волшебной бородой, блин, товарищ Хатабыч? Он уже... Посмотри, что он наделал, посмотри, блин, это зверь вообще, это зверь, блин. Да. Как он туда заскочил, вообще непонятно. Давай попробуем. Да давай спилим, да и все, блин. Смотри, смотри, хочет задавить меня, блин. Лютует, блин. Не-не-не-не-не-не-не-не. А вот теперь он этот трактор. Так он его поломает. Так давай бревно подвинем под колесо, пацаны. Так мы же подвигаем, оно не подвигает. Не, чего оно не подвигает? Да не, сандрак поломает, стой. Давай бревно вот сюда. Бревно подвинули, бревно выскакивает. Наоборот, бревно надо сюда задвинуть. Еще, еще назад. Так бревно все равно не хватает, чтобы проехать. Хорошо. Маньяк застрял. Только бензопила, маньяк. Маньяк, только бензопила тебя спасет. Зачем бензопила? Выехать назад и по другой траектории. Не едет назад.
Помогите бревно, бревно помогите. Операторы. Операторы, блин. Давай попробуем это самое. Тогда тросом вот так. Пошли пилу пока сделаем. Валера, блин, я очкую. У тебя цепь что-то не оттуда, откручивай. Держи. Чего она не оттуда? Все там оттуда, я просто посадить надо на сложно. Не, может там спал. Размер посмотри цепи. Куда, блин? Новый цвет. Она просто не висит там, где надо. Все. Валера, почини, блин, это очень дорогая пила. Валера, не спеши. Держи просто, держи. Я такую попользовался и отдал. Ну, потому что это подделка. Так ты не попал. Это подделка. Это оригинал. Не, просто у нас стоит денег миллион. Три лошадки, это усиленные. А что такое? Что там не садится? Что там не садится? Там поломан болт. Положите, блин, 10 рук. Что поломано? Я только с ремонта забрал. Что там не поломано? Вот здесь что-то какая-то зацепа есть. Спасибо. Техника в руках дикаря, груда металлолома, да, Талеш? Конечно. Мы сейчас разберемся. Кто дал тому машину с этими большими колесами вообще? Сам построил, говорит. Ты веришь? Там написано, что он даже. Видишь, он может, блин, что-то построить. Я вижу, что он только может ломать, блин. Это точно. Да вот здесь вот шпиндик. А там? Там все. Почему? Здесь же должен быть два болта. Один. Ушли? А, ну я не знаю, думал, это 180-й. Это усиленный. И горцевал, я. А масло заливает, надо. А ну отпустить. Да нормально она сама тут. Не, затяни. Все, нормально. Подтянуть чуть-чуть. Не, не надо. Надо. Ты чего? Куда подтягивать? А тут ты нормально затянешь? Да. Ну, мне не надо? Ну, я не знаю. Если у тебя силы. На, подержи, не потеряй, это очень дорогой ключ. Вот это смотри. Это ты. Это еще дороже. Да, я тому человеку, чтобы один человек отвечал. Там есть бензин? Надо ниже. Что это пилот? Oh.
его перетолкает. Можно в сервант себе положить. Да, ну пробуем. Ты вылез там? По колесу.